девочки снимают третье видео о своем хомячьем уголке. В этом видео будут представлены только наборчики. Оно будет коротеньким. И давайте, пожалуй, начнем. Есть вот у меня такой вот наборчик от фирмы Алиса. Называется «Ежик. Создай свою коллекцию. Артикул 002». Стоил он всего 140 рублей. Размер работы 13 на 13 сантиметров. Вот такой вот ежик должен получиться. В качестве отдыхалочки можно взять его куда-нибудь с собой. Прошу прощения. Или повышивать, когда надоест какой-нибудь большой процесс. Вот, но пока я его что-то не собираюсь вышивать. Пока пусть лежит. Какая-то здесь груша странная, такая зеленая. В общем, детские наборы, с них нечего требовать. Я уже говорила много раз, что мне не нравится вышивать наборы, где вот такие вот резкие переходы. Вот такие вот у него резко получаются выделены щеки вот эти вот. Розовый, ярко-розовый. Вот это мне не очень нравится. Может быть, конечно, в отшиве он будет совсем по-другому выглядеть. Но вот такой вот ежик. Как обычно, сюда входит схема. Ниточки гамма на органайзере. И канва, и иголочка. Такой вот ежик. Дальше. Вот такой вот набор. Моя прелесть. Зимняя фея. Я не буду на нем долго останавливаться. Еще раз просто скажу, что это фирма Золотое Руно. Размер работы 42,2 на 38,7 сантиметров. Вот такая вот получается красота. Эта работа идет с добавлением светящихся в темноте ниток и с добавлением бисера. Вот такая прелесть. Сейчас некоторые девочки на Ютубе отшивают ее. Мне очень нравится, у меня чешутся руки, но у меня не закончен тукан, и я только начала делать икону, поэтому пока у меня нет станочка, я его жду. Кстати, спасибо огромное Ларисочке My Life, она отправила мне станочек. Я когда сегодня или вчера читала комментарий к видео, я просто, да, вчера она мне написала, что она отправила посылку. Написала «Жди». И я, у меня была такая радость. Я бегала просто по квартире, кричала. Думаю, господи, неужели скоро придет? Вот. Хотела бы, конечно, чтобы до морского моего отпуска пришла, чтобы я уже попробовала его, потрогала, все что-нибудь на него натянула. В общем, очень мне хочется. Вот. И тогда вот, вот такую вот серьезную работу я буду вышивать только на станке, который мне скоро придет. Вот такой вот наборчик от Золотого Руна. Вот такой вот малыш. Для одной девушки у меня есть сюрприз. Я решила, что этого малыша я ей подарю. Но не в вышитом виде, а она будет сама вышивать. Наборчик я раскрывала. Значит, размер работы 20 на 40, всего 14 цветов. Ну вот у него такие складочки, такая попочка, такие ножки, такой носик, такие волосики. Такой он прекрасный, весь замечательный. Очень он мне нравится. Но со сложившимися сейчас в данный момент обстоятельствами я решила, что вышивать его я пока не буду, чтобы не действовать кое-кому на нервы. Вот. Пусть, если мой сюрприз понравится девушке этой, которой я отправлю этот наборчик, пусть она его вышит, и он ее радует, пусть обязательно снимет для нас видео для всех и покажет, что у нее получилось. Вот. Я думаю, что он ей понравится. Вот такой вот малыш. И хочу сказать сразу, что набор я открывала, но ничего оттуда не забирала. Там также канва Цвайгард, нитки Мадейра. Все в полном составе, иголка, схема, все есть. Поэтому не волнуйтесь. Та девушка, которая получит от меня этот подарок,
Она все найдет в этом наборе, без исключения. Так, дальше вот такой вот наборчик «Первая любовь» от Золотого Руна. Размер этой работы 36,6 на 36,6 квадрат. 48 цветов, по-моему. Вот у меня здесь наклеечка. Не буду уже отдирать ее. Обалденная работа. Тоже хочу вышивать ее на станке, поэтому она ждет пока своего часа. И ждет, пока я, конечно же, доделаю другие работы. Вот такая вот прелесть. Очень мне нравится. Вот такой набор. И перейдем дальше. Вот эти наборы вы видели, два тоже. Вот такой вот котик. И к нему... Сейчас, секундочку. И к нему в пару вот такой вот котик. Очень нравятся мне они. Возможно, кого-то из них скоро я начну вышивать. Вот такой вот был обзорчик. А, заныкала, не показала. Набор от фирмы Алиса, послание любимой, 29 на 25 сантиметров. В этом наборе используются нитки гамма. Канва, скорее всего, тоже гамма. Иголочка есть. Схема цветная, очень хорошо проработанная. Мне вообще очень нравится фирма Алиса. Но вот как-то эта фирма для меня себя исчерпала. То есть получается так, что все, что мне там нравилось, я уже все вышила. Это были вот эти вот крокусы, еще раз покажу вам. Вот эти крокусы я вышила. Сейчас, секундочку, я хочу приблизить вам. Неудобно снимать с телефона. Ой, что я делаю? Сейчас, секунду. Божечки мои. Почему у меня ничего не приближается? А вот, пожалуйста, извините. Вот эти вот крокусы прекрасные. Вот такую рамочку я их оформила. И южный берег, потом чуть позже я вам покажу. В общем, вот такая вот работка. И подаренный мне недавно, это вот такой вот матрёнин посад. Говорю сразу, вышивать не буду. Тоже отправлю кое-кому, если понравится этой девочке канва с нанесенным рисунком, то пусть вышивает на здоровье, и не жалко. Вот такая вот, багрянец называется, от фирмы Матрёнин Посад. И, кстати, размер работы 30 на 80 сантиметров. Это немало. Вот такой вот был прекрасный обзор моих наборов. Держу себя в руках, чтобы ничего больше не покупать, потому что наборов много. Точно отшивать буду этот набор и двух котов точно буду отшивать. Коты мне вообще очень понравились. Там дизайнерская канва очень красивая. Вот, вот такие вот были наборчики. Всем спасибо за внимание. Всем творческих успехов, удачи в ваших работах, ровных крестиков. Спасибо вам, пока-пока.